Всем привет! У нас сегодня 13 июля. Я хочу показать черные лилии, которые расцвели. Но они вот так им были написано, что они черные. Но они такие вот, я не знаю, такой свекольный цвет у них. И вот они у меня, я все ждала, когда они у меня распустятся. Я их брала на распродаже. И вот так вот они у меня распустились. Вот такие вот красавицы. Вот такие вот черные лилии. Еще цветут, значит, цветут у меня хосты. Они у меня растут на солнце. И немножко вот, я не знаю, ночью было холодно. Может быть, вот от холода роса была. Ну, в общем, немного листики попортились. И вот эта хосточка у меня травы моря, я не успеваю. А вот. И, в общем, у меня зацвела гортензия. Вот. Я сейчас занимаюсь заготовками. У нас малина вот спеет. Надо собирать. Вот, я собирала вишню, собирала малину, обобрала вот этот куст смородины. Вот, и в общем, здесь вот у меня еще осталась белая смородина, из которой я сделала джем. Вот, сейчас я покажу свои заготовочки. Я просто хотела показать свои лилии. Вот такие вот красавицы. Но почему-то у них листики вот так вот в этом году вот такие вот как-то пожелтели, что ли. Вот, и в общем... Вот так у меня ромашечки расцвели. Вот. Розы отцветают. Космея цветет. Я ее не сею, она сама в огороде сеется. Вот так у меня расцвели лилии. Эти лилии мне давали, я их не покупала. Вот. Еще вот здесь вот такие вот розовые лилии. Вот. Такие вот красавицы. И самая моя любимая лилия. Такая светло-молочно-бежевая. Такая вот красивая лилия. Мне она очень нравится. Такая красавица. Вот здесь целый кустик у меня. Такая вот красавица. Вот, и зацветают флоксы. Вот. Зацветают флоксы. В общем, хотела показать лилии. То, думаю, отцветут. И жалко будет. Не покажу. Вот. В общем, вот такой вот кустик. Такая красота. Хочу показать свои заготовочки. Я, значит, сделала 11 баллонов вот вишневого компота. Сварила 8, значит, баночек вишневого варенья. Вот литровых 8 баночек. Мы покупали абрикос. И, в общем, вот таких у меня баночек маленьких 15 штук. Вот, в общем, я сварила варенье абрикосовое. И сейчас, значит, я варю джем из белой смородины. Ну, вот почему-то он у меня не очень густой получился. Это у меня вот здесь очередная партия. Я, значит, это, как я варю этот джем, собираю ягоду, очищаю от палочек, потом засыпаю сахаром один к одному. Потом, значит, я пробиваю блендером погружным и ставлю варить. В общем, и когда это варю на сильном огне, и когда сильно закипает, уже когда пузырится, ну, я, в общем, в интернете брала все вот эти рецепты, в общем, и я немножко это варю какое-то время, я не выключаю сразу, я, в общем, где-то полчасика варю, и все равно вот у меня... получилось. Потом протираю через сито.
убираю все косточки. Вот. Потом, значит, горячим заливаю, значит, в чистые баночки. Я их стерилизую, потом, значит, заливаю чистыми в баночки. Вот у меня отжим вот такой. Это отжим, я его тоже не выбрасываю, у меня почему-то с ним пьют чай. Вот, и, в общем, заливаю и не закрываю крышками. Я закрываю крышками только тогда, когда оно вот уже остынет. Когда вот он остынет, джем, тогда я закрываю крышками. Вот, здесь я закатала. Этот у меня, это у меня была первая партия, она вот посветлее, я, наверное, варила его меньше. Вот эта партия у меня получилась темная. Вот. Я хотела, так как у меня вот этот джем не загустел сильно, я решила, значит, вот этот поварить побольше. Вот он, чем больше варится, я уже выключила. Боялась, что у меня переварится, и, в общем, ну, будет переваренное. И я его, в общем, выключила, и вот так, в общем, перетерла, и вот банки сложила. Теперь надо мне просто их закрыть крышечками и убрать на хранение. Вот, здесь, значит, у меня смородина. Я вчера собрала черную смородину, засыпала сахаром. Вот, в общем, у меня мои заготовочки вот стоят, которые я вот, про которые я говорю. Но у меня здесь темно и будет не видно. Вот я фонарик включу. Вот у меня в этом году, вот что я успела уже сделать. Вот такие вот у меня заготовочки. Ну, всем пока-пока. Хочу еще показать свои заморозочки. Вот, в общем, вот так я заморозила в контейнер ягоды. Это малина. Здесь, значит, смородина черная. Да, малина и смородина. Пока я две ягоды замораживала. В общем, у меня тут 15 контейнеров, которые я купила на Валберис, по-моему, если я правильно говорю. В общем, я вот эти контейнеры, 15 разных, 15 штук, я это купила за 229 рублей. В общем, очень дешево получилось. И у меня вот здесь уже малина. Вот такие контейнеры я замораживаю. В общем, у меня еще есть место, и я буду замораживать. Вот так вот кипит мое варенье. Еще немножко буду закладывать банки. Баночки я уже приготовила.